пещере светильник мерцал, ягнята шуршали в углу, Иосиф с дороги устал и сено стелил на полу. И запах засушенных трав осленка будил и вала. Мария младенца прижал, в сторонке смиренно ждала. Иосиф затеплил очаг, и ясли подвинул к теплу, и спать положил отроча. Мария всмотрелась во мглу, и там за проемом двери увидела странных гостей, то были с востока цари и пастырь из ближних полей. И там за проемом двери увидела странных гостей, то были с востока цари и пастырь из ближних полей. А дальше за грудами скал, и лето почудилось ей. Плыл ангел и землю ласкал нездешнею песней своей. Но кто же привел их сюда, в убогое это жилье? На небе сияла звезда, и тьма не коснулась ее. Но кто же привел их сюда, в убогое это жилье? На небе сияла звезда, и тьма не коснулась ее.